Господи Боже наш, не введи в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительного поветрия на недвижимого. Пощади нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, в покаянии с теплою верою сокрушенным сердечным Тебе к милосердному и благоприменительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих. Твое бо есть, еже миловати и спасатины Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Текущая неделя Великого Поста, седмица, посвящена воспоминанию о святом преподобном Иоанне Лествичнике, замечательном игумене Синайской горы, где до сих пор сохраняется тот монастырь, что возглавлял святой преподобный Иоанн, с очень строгой монастырской дисциплиной. Множество подвижников из этого монастыря вышли затем в мир по разным обстоятельствам и причинам, и вокруг каждого из них создавался некий круг людей, особенно взыскующих спасения. И на основании того огромного духовного, творческого наследия обители сформировался определенный корпус святоотеческих текстов, которые до сих пор помогают нам, современным людям, изучить всю трудность того, что называется духовной бранью, всю сложность той войны, которую человек ведет, в первую очередь со своим собственным грехом, ибо та война куда сложнее, чем война с внешним противником. Победить самого себя, разобраться в своих мыслях, очистить свою душу от греха, стать настолько твердым и сильным, чтобы, очистив от греха душу боли, в эту душу грех не впускать. Это есть битва, которая по своей силе, по напряжению превышает любую человеческую битву, любой конфликт, в который, вовлекаясь, мы часто отдаем как бы последние силы, чтобы победить врага. Но помнить нужно, что самая главная победа, которую мы в жизни осуществляем, это победа над самими собой. Мы вспоминаем память также Святой Марии Египетской. И вот на этой неделе, в четверг, будет прочитан полностью канон святаго преподобного Андрея Крицкого в память о Марии Египетской. Потому и это длительное чтение канона называется «Марийным стоянием». И потому невольно мысль обращается сегодня к преподобной Марии Египетской. Мы хорошо знаем, что она была светской женщиной, мягко выражаясь, легкого поведения, наслаждалась полностью жизнью в богатом, красивом городе Александрии, но потом, буквально случайно оказавшись на святой земле и почувствовав, что Господь не пускает ее под своды храма гроба своего, во мгновение приняла решение изменить свою жизнь. В Иерусалиме было очень много святынь, гроб Господень, другие святыни. Было много богомудрых пастырей и архипастырей. Но Мария избирает какой-то совершенно особый путь. Не сама, конечно, а движимая промыслом Божиим. Она уходит из Иерусалима. Она перестает ходить в храм гроба Господня. Она перестает прикладываться ко всем святыням града Иерусалима. И, пересекая Иордан,
одна уходит в страшную пустыню, где неизвестно, чем можно прокормиться, где неизвестно, как можно спасти от ядовитых змей, от тогда еще диких зверей, таких как львы, которые жили в то время на Ближнем Востоке. И эта хрупкая, светская, испорченная грехом женщина пересекает Иордан и уходит ото всех. И из храмов, и из обителей, и от причастия отказывается. Уходит в пустыню, давайте только подумаем, для того, чтобы никого, кроме Бога, перед ней более не было. И святая преподобная Мария Египетская так прожила всю свою жизнь, десятки лет. И только буквально за год до ее кончины, по некоему внушению свыше, монах Зосима из обители святаго преподобного Герасима, что на Иордане, кстати, обитель до сих пор существует, уйдя в Иордан, так поступали монахи в первую седмицу Великого Поста, чтобы особым образом пройти это поприще, там, за Иорданом, встретил Марию Египетскую, живой и невредимой. И не мог понять, кого же он встретил, человека или ангела. Как эта женщина, без молитвы в храме, без принятия святых Христовых тайн, без помощи духовников, без помощи братьев и сестер по духу, как же она в той полной изоляции смогла достичь такой святости, которой был поражен Зосима, видя, как Мария перешла Иордан по воде. Это что означает? Это означает, что между ее физическим естеством и ангельским естеством более никакой границы не было. Она, подобно ангелу, преодолела законы человеческого естества, никакого земного тяготения. А в результате чего? Молитва в уединении – искренняя молитва. И не неделю, не две, не месяц, не два, а всю жизнь. И вот именно эта молитва и соделала из Марии грешницы великую святую, которую Церковь предлагает как пример каждой женщине, да и не только женщине, а каждой из нас, каждому из нас. Как из бездны греха, своими собственными силами, через подвиг отделения себя от мира, через подвиг уединения, можно взойти на ангельскую высоту. Сегодня Отечество наше проходит через трудные испытания, вы знаете, есть очень большая угроза эпидемии, даже пандемии страшного вируса. Вот я получаю известия из разных стран, но меня особенно поразило письмо одной православной женщины из Италии. Я уже об этом, может быть, говорил где-то, но еще раз повторю, потому что впечатление это письмо произвело на меня страшное. Она пишет о том, что, владыка, я понимаю хорошо москвичей, жителей Петербурга, других городов. Вам кажется, что это страшная эпидемия где-то там далеко, что она неизвестно, когда к вам придет, и неизвестно, будет ли она такой страшной. Вот точно так мы думали 2 недели тому назад. Нам казалось, что никогда никакой такой эпидемии в Риме не будет. Сегодня мы все сидим по домам. Морги и даже стадионы заполнены трупами, гробами. Их невозможно даже сжигать.
Люди умирают так, как только могут умирать во времена страшной эпидемии. Остаемся без еды. С огромным страхом доходим до ближайшего магазина, где можем приобрести еду, и немедленно возвращаемся домой, а если не вернемся, подвергаемся репрессии со стороны полиции. Мы не могли себе представить, что у нас будет такая жизнь. А затем дали слова, обращенные ко всем нам: как вы сегодня не можете этого представить? А почему не каждый не может представить? А потому что, по милости Божией, ни в одной семье пока еще никто не умер. А если это произойдет во мгновение, все представим, в панику впадем. Церковь призывает сегодня до жертв в наших семьях принять на себя обязательства, строго исполнять все те предписания, которые сегодня предлагаются санитарными властями в России. Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись. Ведь не какой-то искусственный пример я вам привел, а той память, которой мы совершаем на этой неделе, ушла из всех храмов, из монастырей и пошла в пустыню. Нет сегодня ни в Москве, ни в Петербурге, ни в других местах пустыни. Но есть одно место, которое может стать пустыней. Это наш собственный дом. Давайте сделаем наши дома пустыней. Давайте будем там возносить горячую молитву. Давайте нас возложим на себя подвиг не выходить из наших домов. Как взяла на себя подвиг Мария Египетская, не выходить из египетской пустыни. А уж, наверное, ей тоже есть и пить-то хотелось. Хотя в современных городах есть возможность и питье, и пищу получить, не выходя из своей пустыни. Вот именно так мы должны сейчас жить. А всякие другие проповеди, в том числе иногда исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте, слушайте то, что вам сегодня сказал патриарх. И не от себя, от великого подвижнического подвига святой преподобной Марии Египетской, которая и тело, и душу спасла, уйдя в пустыню, в полную изоляцию от окружающих ее людей. Не случайно, что память Марии Египетской совпала с этим временем введения карантина, связанного с распространением коронавируса. Ничего у Бога не бывает случайно. Именно в эти дни, для того, чтобы мы, взирая на подвиг Марии Египетской, научились тому, как можно спасаться вне церкви и в полном одиночестве. Только самое главное – спасаться. А простите, не дурака валять, как это делают те, кто даже те дни, которые государство предоставило вот для этого сосредоточения, спокойствия, для некой реорганизации своей жизни, посвящают развлечениям на воздухе, шашлыкам, музыке и всему другому, думая, что это просто каникулы предоставили людям. Не каникулы, это время концентрации мыслей и сосредоточения, организации своей жизни, семейной жизни, отношения с коллегами, с родными и близкими, чтобы была разработана каждым и принята модель безопасного общения. Подобно тому, как модель безопасного общения с зараженным грехом мира сформировала Мария Египетская в той отдаленной пустыне. Она боролась с дьяволом, который поражал человеческие души. Сегодня мы должны бороться с силами зла, которые поражают наши физические тела, а через это и наши души.
Поэтому я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов. И если кто-то вам что-то скажет, напомните пример Марии Египетской. У нас другого ответа нет, потому что мы любим свои храмы. 51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходить в храмы, преодолевать тяготение своей собственной злой воли и внешних обстоятельств. Я этому призыву посвятил всю свою жизнь. И надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храма. И я, наверное, никогда бы этого не сказал, если бы не удивительный, спасительный пример святой Марии Египетской, которая именно в течение этой недели прославляется Церковью как великая подвижница при земной жизни, воспринявшая ангельское естество, и которая в отдалении от монастырей и храмов, там, в далекой пустыне, то есть в уединении, жизнь свою спасла и физическому телу дала силы прожить ровно столько в невероятных условиях, сколько Господь дал той замечательной святой подвижнице. Ее молитвами да хранит Господь всех нас от инфекций, от болезней, но самое главное, да поможет ее пример уединения осознать и нам важность уединения в наших личных пустынях, в наших квартирах. Примем на себя частицу подвига Марии Египетской для того, чтобы себя сохранить, своих родных и близких, а может быть еще и для того, чтобы прочувствовать подвиг той великой подвижницы, которая в уединении прожила большую часть своей жизни только потому, что она верила в Господа и слушалась Его голоса. Верим, что сегодня Господь призывает нас идти ее путем даже в условиях современных мегаполисов. Аминь.